Остановка «Призрак» на сортировке. По документам на улице Кишиневской есть все условия, чтобы пассажиры смогли ожидать транспорт под крышей. А на самом деле не спрятаться от непогоды, не посидеть негде. Свое право на остановочный комплекс местные жители отстояли. Но куда исчезла остановка по требованию, разбирался городской дозор. По многочисленным просьбам жителей сортировки на остановке Кишиневской был установлен этот навес. Однако спустя всего полтора месяца он перестал укрывать пассажиров от непогоды. Больше остальных из-за этого хмурится Галина Анатольевна. Прежде, говорит, здесь вообще никаких удобств для пассажиров не было. Женщина выступила одним из инициаторов установки навеса. И тут такая напасть. За полтора месяца не стало крыши. Крыша была сделана из какого-то полиэтилена, похоже. Потом, значит, скамейки сделаны, тоже некачественно, уже половину отломали. Неудивительно, что пассажиры обходят навес стороной. Под ним теперь не укрыться. Не присесть толком и не все, все в снегу. Надо же укрытно делать. Ага. Как-то, ну, для людей-то, чтобы было как нормально. То снег идет, что люди-то, люди тут стоят, правильно, что там на этой остановочке будут. Галина Анатольевна говорит, столько времени потратила, добиваясь установки этой крыши. Жаловаться куда-то еще сил уже не осталось. Я не обращалась, просто я получила письмо, что установлено, значит, вот это вот остановочный комплекс, так называемый, и все. И я решила вам позвонить, потому что это бесполезно туда звонить. Однако в районной администрации в курсе проблемы. По словам чиновников, комплекс повредили вандалы. Крышу они украли, а скамейки сломали. Факт повреждения установочного комплекса был установлен в ходе регулярного объезда территории. Работы по восстановлению комплекса будут произведены на следующей неделе. Вот только никто не гарантирует, что акт вандализма не повторится снова. Поэтому, если на остановке на ваших глазах совершается злой умысел, сразу обращайтесь в полицию. Юрий Шумков, Владислав Колупаев, «Городской дозор».